доброе утро, а точнее вечер. Сегодня 31 декабря 2012 года. У меня осталось меньше 6 часов, чтобы я подготовился, собрался и придумал, куда я поеду. Что мне окажется нужным? Пара штанов, майка, шерстяные носки. Новогодние списки, они такие новогодние. В прошлый раз я не взял сменной одежды, и меня опрокинули в ванну с водой. Вода. Он увесист. Ноутбук, набор, флешек, диктофон, зажигалка, которая может открывать пиво, переходник с мини-джека на джек, бессмысленный в моем мире, капли для носа, 3G модем, запасной телефон, самое главное, раздвоитель канала. Oh my God, please help me knee deep in the river trying to get clean. Не надо меня снимать, я не фотогеничен. Короче, сейчас мы идем к упортому челу. Я одел противоударную шапку. На самом деле еще нет Нового года, но мы уже начали пить. Сука, мои яйца. Я в двух правых тапках, это очень заебись. Ты такой милый в этих тапках. Наш мышка получился чаевые. Продолжаю. Пить бухать? Ну ты свою фамилию это знаешь. Ебаный хипстер. Сука, мне так нравятся мои разные тапочки. Не снимай меня, сволочь! Это личная жизнь, чувак, это личная жизнь! Тут так мало девушек, вы тут как пидоры, одни мужики. Давайте разденемся, что здесь бегал голышом. Я бегал голый, когда я был трезвым. Понимаешь, я одел трусы, а он без трусов вот так вот сел перед фотом. Сначала Саша пришел, приманул на дверь. Чем это смотри, понять, когда он обосрал ванну. А такое есть животное, как ты пьешь. Давление в его заднем проходе составляет 3 атмосферы. Чай. Мы сейчас идем встречать ребят. Собственно, на этой прекрасной ноте мы покидаем квартиру. Мы продолжаем заниматься вакханалиями. На самом деле, я проснулся 2 часа назад. Короче, мы приперлись на квартиру. Мам, привет, я в телеке. Первая женщина, которая не выехает, когда говоришь ей, что она женщина. Знаешь, ты так осидишь, сначала было тяжело, да. Я помню эти времена, я уже сейчас смеюсь над этим, но тогда это... Водки. Зина, короче, ну вообще, она по-любому работает в столовой, у нее нет времени на всю эту хуйню. Мне как-то... Все будут смотреть, и всем будет стыдно. Я тебе могу предложить пить. Я говорю, смотри какого. Он говорит,
самом деле он очень крутой. Хоть у него и... Но на самом деле он хороший. Вы предыскали? Я переписывал с пиздей. Нет. Но... Ну, ребят, я считаю то, что вы тоже. За вас. Это тебе на память подарок от везения. Я. Алкоголь где? Стакан вот. У нас еще ящик. И была там одна полянка в лесу. И был там один парень, Серега, с татуировкой ворона и с гитарой. Бухал как сука. Все понесло. Я должен признаться в этом первом. Я помню, как я Сашу геморрой лечил.